Очень интересно происхождение Давида Сослана и мотивации его бракосочетания с царицей Тамарой. Давид Сослан был осетинским царевичем. Все грузинские источники, несмотря на то, подтверждают они или опровергают происхождение Сослана от багратионов, в любом случае, грузинские источники подчеркивают национальность Давида Сослана и говорят, что он был осетинским царевичем. Существует одна версия, согласно которой Давид Сослан был прямым потомком царя Грузии Георгия I. У царя Георгия I и царицы Альды был сын Дмитрий. И существует версия, по которой Давид Сослан якобы был потомком этого Дмитрия. Эту версию развивает Вахушти Багратиони. Есть и вторая часть историков, которые утверждают, что Давид Сослан был представителем ветви осетинского царского рода Царазонов. Владения Царазоновых были в Северной Осетии, в Ордонском ущелье. В этом Ордонском ущелье до наших дней сохранился храм в виде Нузальской церкви.
Мы говорим о взаимоотношениях между грузинскими и осетинскими народами. Как видно, грузинский народ очень ярко, очень отчетливо помнил, что в самой большой и самой гениальной битве грузинского народа, в Дедгорской битве, рядом с грузинами самое серьезное участие приняли именно осетины, 5000 осетинских воинов. Грузинский народ помнил, что осетины плечом к плечу с Багратом IV боролись за освобождение Тбилиси. Практически во всех битвах, которые вела царица Тамара, мы видим осетинское войско как неотъемлемую часть величественной грузинской армии. А может быть, это и послужило решающим фактором, когда выбор был сделан в пользу осетинского царевича. Именно Давид Сослан был полководцем всех больших сражений, которые вели грузинские войска и грузинское государство в эпоху царицы Тамары. Прежде всего, это были Шамхорская битва и Босианская битва. Кроме Босианской битвы и Шамхорской битвы, Давид Сослан был командующим грузинским войском во время очень серьезных и весьма значительных сражений, которые произошли при Карну-городе, при Карсе и при Гелаконе. Все источники характеризуют Давида Сослана как удивительно милосердного человека, описывают его как удивительно привлекательного мужчину, имеющего симпатичную внешность. Как написано, он был мужчиной среднего телосложения. Его характеризуют как очень большого воина и преданного сына, патриота страны. Именно таким был осетинский царь, осетинский царевич Давид Сослан, муж царицы Тамары и предок сегодняшних багратионов.